Хелло, амигос, продолжаем играть в бесконечную резьбу. Наслаждаться атмосферной игрой, все дела, но пора завязывать уже реально. Уже сколько можно-то, ни конца и края не видно. А эта игра уже стала более бесконечной, чем Alien Isolation сдолбанный. Ну, возможно, если бы в Alien Isolation тоже был инвентарь размером в женскую сумочку, и приходилось бы постоянно из этого бегать туда-сюда, да, или Alien Isolation я бы проходил, наверное, до сих пор. Так, где мой ключ долбанный? Тугая крыша. Капец, вот где? Ну что за лифт на таких ключах-то работает, ё-моё. Так, объединим. О. Изучим. Ну, видно, что здесь не хватает еще как минимум двух деталей. Цифры-то совпали? Не совпали. Значит, что промежуточные кольца должны быть. В неправильном порядке я соединил. Можно вертеть сколько угодно эту мандулу. Цифры не совпадут, потому что они, сука, разные. Блять, да как тебе повернуть-то? Ну, посмотрим. Давайте, может, я что-то не понимаю. А, нет, смотрите-ка, двойки. А, о, не, совпадут. Нашлись все-таки. Мне просто показалось, что там цифры другие. Хорошо. Ставим обратно эту хренотень. Мигающие кнопки. Нажать одну. Жми все сразу. Блять, какую кнопку нажать из четырех? Логического объяснения у меня нет. Давай вторую. Какую кнопку нажать? А, я, кажется, понял. Как, блядь, ничего не произошло-то, ёб твою мать. Ты чё, охуела? Все лампочки загорелись. Чё ещё надо? Блядь, а почему она... Почему она опять разъехались цифры-то, а? Ёб твою мать, чтоб ты сдохла. Пизда вонючая. Да ладно, мне не надо ничего поворачивать. Мне надо просто посмотреть. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Бля. Да ёб ты, отклейся от нее. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Да заткнись ты. Да ёб... сука! Чтоб ты, блядь, умерла, нахуй, от трипера. Пытаешься скипнуть, блядь, этот текст ёбаный, нахуй, пиздец, блядь. 4, 2, 3, 1. 4, блядь, 2, сука, 3, нахуй, 1, блядь. Да, блядь, пиздец. Сука, я не могу кнопки нажать, вы понимаете, блядь, я не могу их нажать. Дерьмо, блядь. Так, спокойно. Энергия дзен. 4. Сука, нахуй. 2. 3. 1. И сейчас там Немезис приедет. Пусто. Никого. Удивительно. Так, кнопка лифта, нажать ее. Там я вижу много кнопок. Ты не хочешь спросить, какую из 20 мне нажать? Нет, слава богу. Барри? Thank God you're safe. You too, Jill. Подожди-ка, может это Барри? У Барри коричневые ботинки. Там были черные. Да-да-да, это был не Барри. Я, конечно, не Иркюль, мать его, Пуаро, но даже я это вижу. Следовательно, загадка игры была, что это либо Крис, либо Вескер. Но если Крис главный герой, то методом исключения остается Альбертушка незабвенный. Либо очередной... либо какой-нибудь чувак из второй группы. Из группы Браво. Или как... Они там были не Альфа и Браво, они, по-моему, как-то по-другому их называли. Какой звук-то? Я ничего не слышал.
Ну ты и гондон. Джилл, иди проверь, сказал человек с магнумом, блядь, человеку нахуй с пшикалкой, блядь, кислотной. А я останусь и посторожу лифт. Ты много видел угонщиков лифтов в своей жизни, паскуда? Даже если он его угонит, мы его вызовем, он обратно приедет, чтоб ты сдох. Ну ты и ублюдок. Я, блядь... Я как человек, который играет женским персонажем, что практически женщина, я поражен, блядь, тем, какой ты гондон. О! Охренеть! Значит, есть еще спуск вниз. Но она не спустится, потому что там вода, да? Нет, она спустится, потому что она дура. Вещевой ящик здесь есть, это круто. А почему здесь нету пишущей машинки? Уплотнитель мусора. Тут кнопка нажать, ну давай. И чё? У меня такое чувство, что кого-то сюда надо будет заманить. Ага. И, сука, машинки пишущей нету. Очень хорошо. Я даже подозреваю, кого сюда надо заманивать вообще-то. И мне эта догадка не шибко нравится. Так, боевой нож. Да нахер надо. Тут что, боевым ножом, что, блин, кухонным, по-моему. Только под ногтями ковыряться. Тем более, что они оба боевые. А, этот... Они, несмотря на то, что тот нож боевой, этот нож обычный, выглядят они совершенно одинаково. Наверное, один, сука, тупой просто. Медаль орла. Ну что медаль орла, блин, может, настало твое время, а? На всякий случай возьму. Так. Барри, видимо, сейчас сдохнет, походу. За свою трусость, паскуда, тварь. Но вперед. Где это мы? Какая пещера? Похоже на у скелета вот это кости бедренные вокруг мочевыводящей системы. Короче, мы в жопе. Вот что я хотел сказать. Это было? Да что, Барри, блядь, дверь закрыл за мной? Кто-то идет. Блядь, карга, ёб твою мать, пришла. Старая. Ну, я так предполагаю, что ее надо в мусоросральник заманить. Барри! Рубинс, блядь, Барричелло, ты что наделал, ублюдок? Трахнутый ты в жопу человек, а? Может, Берри надел ботинки Вескера, чтобы я его не узнал. Так я не понимаю, в чем задачка-то? Она сюда не придет. По крайней мере, сама. Может, здесь надо что-то разломать будет? Не бабку, а что-то. Хорошо.
Наверное, грецкий орех сломать надо будет. Так. Бабусю, значит, надо вальнуть. И обойти ее. Там дверь одна закрытая, одна открытая. Ловимся в открытую, ищем что-нибудь, чем можно ее навсегда остановить. Бабуся. Давай. Come on, everybody, old bitch. Are you ready, motherfucker? Она слева вроде придет. Пойду-ка я просто справа рашну. Ах ты, старая сука. Шаболда, блин. Так, что за развилка-то, я не понял. Какой-то рычаг на стене, тут какой-то рычаг. Потянуть, давай дергать за непонятные объекты. Блять, быстро она свои горбы тут носит, а? Я понял, почему к стенке не привязали. Мне походу сюда. Все, goodbye, my grandmother, goodbye. Я буду писать тебе письма каждый день. Так, и что это? Где это? Лопата. Какие-то ящики. Что за шахта долбанная? На коробках надпись «Химикаты». Ну-ка, заправим-ка мы это в лифт. И я уверен, что что-то случится. Что-то очень классное. А чё она в этом лифте не поехала, я не понял. Управление у меня забрали. А, ну теперь, видимо, надо коробку эту пойти и расплющить. Там что-то, видимо, ну супер важное должно быть. Ну что, еще кружок от этой старой клюшки. А может, чпокнуть ее для верности, а? Так, откуда она выйдет? Вон она идет. Она такая... Такая, как бы, как это сказать, худая, что ли, нет, тощая, мелкая. Я бы ее в рукопашную уделал, я базарю. Так, мой ящик должен быть где-то внизу. Не этот. Тот, с посылкой. О! Интересно, что ж тут прислали-то такого? Судя по тому, что его может двигать тёлка, вряд ли там что-то тяжелое. Да не-не-не-не-не! Блять, что ты делаешь-то, ёб твою мать! Сейчас упрется и пиздец. Не, вроде чудом повезло, бля. Что бы там ни было, а в этом ящике есть хороший шанс его уничтожить. Но Джилл Валентайн это не смущает. Ядрись ты конем, вот это да. Огнеметик, как у Барри был. Какой огнемет? Ну почему сломанный-то, сука, падла? Че он сломанный, нормальный, из него еще можно поливать. Кривенько, косо, но...
Дуло сломано, он не может стрелять. Да, блядь. Спасибо, нахуй. Вот это подгон. Просто ценю. От души. От души. Спасибо. Просто сильнее меня расстроить было, наверное, невозможно в этой игре. Просто. Просто охереть. Сломанный, сука, огнемет. Ёб же ж тебя ж нахрен-то, а? За что? А, ну я ж сказал, блядь. Я ж сказал, что этот пресс, вот этот вот прессоватор мусора, сломает посылку. Блядь, он ее сломал. Ты же не могла, блядь, ножом расковырять ту коробку. Ты заебала, короче, слышь, нахуй. Я думаю, тебе пора, блин, немножко загнуться. Вот и валяйся тут, овца. А мне надо поискать вот ту штуку на стене, которая выехала. Но это надо карту открыть. И смотреть за каждым шагом, не здесь. Где этот проход, я не понимаю. Бабка снова встала уже. Не обязательно, да что за рычаги? Пиздец. Ну тогда я вообще, блядь, не понимаю, что здесь надо делать. Чё? Он застрял внутри отверстия. Ёбни по нему чем-нибудь, ёб твою мать. Блять, кочерга ёбаная. Отошла от меня нахуй. Ну тебе, блять, контрольный в жбан. Ураборос ёбаный. Блять, идиотизм нахуй. А, он на время опускается. А старая все пытается махать, смотри, в мою сторону. Вот оно что, Михалыч. Вот она какая загадка-то. Ух, красота. Пошла в жопу. Куда я там шел-то, блядь? Сюда. 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 А, вот сейчас дуло-то и выпрямится, походу. Крючок в стену заедет. И я сожгу эту старую пилоточницу. Очень косо она машет, я хочу заметить. Но что там, звуки выпрямления-то раздаются, нет? Подождем. Твою маму. В прошлый раз вообще-то быстрее все было, нет? Может, дверь открылась? А, блядь, дерьмо. Я думал, сейчас крючки мне ствол помогут починить. Починили, блядь. Ебаная жизнь. Тут чё нахер, секта сатанистов заседала? Потрёпанные куклы, горящие свечи. Огонь погас, но зажигалки у меня с собой нет.
Река. Ой, блядь! Пошли в жопу! Обрати внимание, героиня по шею в воде, а бегает как по суше. Где это я? Скоммуниздим шкатулку у кошелки в этой. Куча фотографий маленькой девочки, отображающие различные этапы ее взросления. О! Под подушкой кинжальчик был, да? Постель все еще теплая. Зеркало. Неплохая у нее берлога здесь, да? Так, а если мы изучим эту шкатулку? Что написано? Вы взяли каменное кольцо. Семейная фотография и заметки. Опять семейная фотка. В прошлый раз она порвана была. Сзади что-то написано. 10 ноября 67 года. Вирус-прародитель введен. Джессика, введенный вирус тип А. Повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом отрицательно. Действие уничтожено. Джессика, это дочка ее, наверное. Лиза, введенный вирус тип Б. Повышенная активность клеточной плазмы, слияние с вирусом положительно, но задержка симбиоза. Изменение тела наблюдается, постоянные результаты. Статус продолжает наблюдение. Джордж. Действие уничтожен. 30 ноября, 67 год. Тут кем-то оставленный журнал. Где журнал? В каменном кольце? А, 14 ноября, 67-го. После этих уколов у меня кружится голова. Не вижу маму. Куда они ее забрали? Она обещала, что мы убежим вместе. Разве она могла бросить меня и сбежать одна? Я нашла маму, мы теперь вместе. Я очень счастлива. Она подделка, не моя настоящая мама. То же лицо, но другая внутри. Нужно найти маму, нужно вернуть мое лицо назад. Я забрала лицо мамы назад. Мама моя ничья больше. Я прикрепила ее лицо себе. Так что она не уйдет, потому что мама огорчилась, когда я встретила ее без лица. 67-й год. Из коробки доносится запах мамы. Может, настоящая мама там? Каменная коробка тяжелая, стальной трос на пути из за четырех камней. Я не могу увидеть маму. Ересь какая-то. Так старуха вот это дочка или мама? Так, это аптечки, которые мне некуда брать. Пусть стоят. И это выход. С какого-то колодца. Я как Самара Морган сейчас вылезу. Ну, Барри, блядь, держись за свою жопу. Я иду ее рвать. Я иду рвать ее на части, блядь. Зубами нахер твою жопу разорву. Ёп твою мать, опять я здесь. Прекрасно. Одно хорошо, ее сейчас в избушке нет. Она осталась сзади. Так. А может и есть. Мне нужна однозначно моя лента для печатной машинки, потому что здесь есть печатная машинка, у меня есть много-много лент. И еще потому что серия заканчивается. Надеюсь, вам понравился этот долбанный эпизод. Не знаю. Я просто не знаю, куда идти дальше. У меня есть куча долбанных всяких монеток. Но нету ни одной мысли или идеи, куда эти сучьи монетки не запихать. Я вроде уже везде был. Вообще везде. Кроме подвала. Ладно, разберемся. Адьё.